Акции вокруг министерства по чрезвычайным ситуациям. На связи Марина Лелевиали. Марина, ну скажите, действительно идут какие-то обыски и предъявлено кому-то официальное обвинение? Насчет того, предъявлено обвинение или нет, нам ничего не известно. Мы только что были в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Там все тихо, на улице нет никаких машин. Народу тоже очень мало, потому что министерство закончило свою работу. К нам спустилась пресс-секретарь министра Марина Рыклина, которая сказала, что никакой генпрокуратуры, никаких следователей генпрокуратуры в министерстве нет. Она сказала, что министр сейчас готовится к завтрашнему съезду партии «Единство». Он читает доклад, с которым завтра будет выступать на этом съезде. Поэтому та информация, которая поступила в средства массовой информации о следователе генпрокуратуры, который якобы проводит обыски в кабинете министра по чрезвычайным ситуациям Шойгу, не соответствует действительности. Однако, как нам удалось выяснить, сейчас идет некая кампания, направленная против людей, которых назначал на должность еще президент Ельцин. То есть началась кампания против Аксененко, началась кампания, видимо, какой-то звонок был против Шойгу, и говорят, что какие-то осложнения начались у министра Лесина. Но насколько эта информация соответствует действительности, пока неизвестно.